встречаем команду КВН. Я у мамы. С монобровью ваши громкие аплодисменты. Раз, работай. С вами команда КВН. Я у мамы с монобровью. Я Рачанамарне. Моя стихия стройки. Это Джамшут. Он не знает русский, но он... Хама! Натури. А это Жури. Красавчик. Слышь, это наша сцена, мы тут кирпичи ложили. Ты ж кладу за бетономешалку, разберемся. Братан, как там вас больше? Хотя, погоди. Вот. Слышь, теперь вас больше. Давай так, тебе не мне. А 2,5. Все, они мне надоели. Погоди. Твое первое задание пусть кто тут главный, чья будет. Не, это не главное. Хаума! Тихо. Ты главное. О, это дочка начальника, ее не сложно. Так, перерыв окончен. Ну что, построили! Так, представьте, парень, который не умеет танцевать медляк, пришел за советом к другу. Здорово, братан! Братишка! Чем тебе помочь? Я, короче, тут на вечеринку пойду, а танцевать медляк не умею. Ну я тебя сейчас научу. Сперва ты должен показать, что ты самец. Сейчас я тебя закачаешься. Не-не-не, слишком мало самца, надо больше. Дитё улицы! О-о-о, меньше самца, я ж себя самкой почувствовал, братан. Не думал! Теперь возьми меня за талию. Не, братан, так неудобно, давай за ноги. О, вот так вот. Братан, мне неудобно. Давай по-другому за ноги. Ну, вот так и будете танцевать. Представьте, случай на вокзале. Эй, такси до Динамо. Стоп! Ставьте, случай на вечеринке. Здорово! Ты танцевать умеешь? Ты думал, меня друг учил, а меня подруга. Понятно, так чё кто нарк встаёт, еле ты? Представьте, два гопника клеят девушку. О-о-о, смотри, какая девушка. Сейчас тебя научу, как пократь такие вершины. Девушки любят богатых. Да это запросто, у меня же свой бизнес есть, ты же знаешь. Братан, монетки в фонтанах подбирать, это не бизнес. Ну и что за... Кончились. Иди фонтан умей. Не, давай сначала девушка, а потом бизнес. Хорошо. Может быть она голодная? Может. У меня тут где-то семечки были. Может она просто пообщаться хочет? Может. Эй, девушка. Эй, слышь, тебя так как парень есть. Валера! Ты чё, нам все покутали? 10 рублей! Ты чё, стыки? Ладно, мы пойдём, у нас же бизнес свой. Валера, пойдём отсюда! Полетели! Два гастарбайтера устроились членом биологии. Так, сегодня будем проходить анатомию человека. Это голова. На ней носят шапки, тюбетейки, каски, туда-сюда там. Иногда там есть мозг, а это шея, на ней носят голову, а это рука, в которой держат шпатель, а это не нижняя рука, а это живот, там обитает доширак, а это бедро, да. А это ускоритель для тачки. Эй, слышь, если меня дверки печами завалили, ты знаешь, что я вас на работу принял? Джамшут, ускоряемся!
Ну вот наша смена закончилась, и с вами была команда КВН «Я у мамы с монобровью». Теперь вы знаете, что мы можем строить не только дома, но и настроение. Чего, что ты на русский выучил? В натуре.